В то время, когда у всех школьников новогодние каникулы, в бизнес-школе «Мини-босс» зимний фестиваль креатива и изобретательства. И речь не только о веселых командных играх в заснеженных лабиринтах. Это чемпионат по креатив-баттлу, то есть дети решают загадки, задачи. Загадки не простые, а трис – задачки на темы, в которых пересекаются разные научные дисциплины. Задачи, а также гипотетические условия разных ситуаций имеют множество решений. Ребята ищут и находят самый идеальный вариант ответа. Проникаем в бизнес, изучаем его аспекты. Например, мы изучаем трисовские задачи. Трис – это теория решения изобретательских задач. И чтобы решить, скажем, задачку про дракона в пещере, который требует у похищенных детей принести ему молодильной воды без посуды, нужно включить не только воображение. Сначала нужно выявить в проблеме систему, подсистему и надсистему, выявить идеальный конечный результат, то есть с минимальными затратами. Нужно никогда не сдаваться, иметь какой-то свой вариант. Ну и, в принципе, чем больше таких задач, тем лучше развивается память и смекалка, и лучше только для будущего. Бизнес-фестиваль длился одну неделю. За это время ребята по-разному погружались в мир креатива и творчества. Вообще много, конечно, было активности, много было еще разных игр, вещей, которые проходили дети и тренера, которые их сопровождали. То есть все, что может развить их фантазию, их креативное мышление, изобретательское мышление. А кроме мышления, еще и настроение, которое заряжает позитивом на весь Новый год. Я сейчас могу с уверенностью сказать, что это самые лучшие мои каникулы, потому что очень интересно и подвижные, ну как бы мы и двигаемся, и бегаем, и решаем разные задачи, и также много друзей. Маргарита приехала из Винницы, где также работает филиал школы «Мини-босс». Она сразу подружилась с ребятами и активно принимает участие в командной работе. Я нашла очень много друзей, и все очень добрые, все очень отзывчивые. Вчера, например, половина группы просто пошли мне показывать Одессу все вместе, рассказывали что-то. Ну, мне здесь нравится, здесь весело, здесь очень много добрых людей. Каждое утро я просыпаюсь и уже знаю, что я сейчас приду и на бизнес-фест и получу какие-то новые знания, а не буду просто сидеть дома. Я понял то, что человек способен на все, если захотеть. Что мини-босс – это отличная школа. А вот что говорят совсем маленькие участники бизнес-феста, что им запомнилось за прошедшую неделю. Приходят много-много детей, и у нас начинается урок. А дальше мы идем на обед, потом у нас опять идут занятия. Они иногда разные, когда мы, например, смотрим мультфильмы, потом обсуждаем их. Ну тут классно, потому что мы тут иногда играем, очень много кушаем, снежки идем играть. Вот все каникулы жизни. Завершение бизнес-феста происходит почти со слезами на глазах у всех участников. Так не хочется расставаться. Дети с удовольствием бы продолжили здесь учиться и весело проводить время с друзьями. Дипломы все получают подарки от бизнес-феста и сертифицируются как бы тем, что они его прошли, поэтому это постоянная традиция. Также традиционно бизнес-школа «Мини-босс» объявляет дополнительный зимний набор детей возрастом от 6 до 14 лет. Записаться на обучение можно во всех филиалах до 14 февраля.